Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Dean Licht. Надеюсь, правильно прочитал. Так, давайте под полный экранный режим. Что за нахнаги? Оконный режим. Нет, не оконный. Нам надо полноценный. Аккумуляторы и брань. Давай. Hey, what's up, Spike? Подождите, так, параметры. Видео. Так, оконный режим без рамки во весь экран. Почему отключить-то? Включить. Так, Спайк, просто имей в виду, если я нужен, я на паромной переправе помогаю Моргану с лодкой. Подождите, ночью. Так, ночь. Мне ночь. Так, карта. Это что? Груз. Ну вот никак не ночью забирать-то его. Ой, не ночью. Найдите 3 аккумулятора. Так, нет. Я на такое не подписывался. Надо успеть вот здесь вот зачистить. Вон они уже ходят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин-блински. Мне его починить, что ли? Так, блин. Чё ж всё так плохо-то? Они меня загасят, это факт. Еще и дождь. Так, а как-то мне надо убежать, пробежать. Еще и зачистить. Блин, антенна вонючая. Ай-яй-яй-яй-яй. Где ты? Вот оно. Блин, далеко бежать-то? Ну, вот здесь вот припасы, груз есть. Нет, надо все-таки, если уж, блин, бежать, да подыхать, так уж с толком вот сюда. Где-то? Где-то, вот он. Блять, антенна. Блин. Вау. Да тихо ты. Блин, вымер ты. Да кто бы сомневался? Как ты вообще сюда залез? Ладно. Не будем сейчас смотреть, кто прав, кто виноват. Где я? А что у тебя? Купить. А мне пока покупать тут. Подождите, а у меня что? Что у меня есть так? Ладно. Где у меня тут инстинкт-то? Это что такое? Журнал боевых действий. Так, идем. А почему я выйти не могу? Стой. А, вот. Вот куда надо выходить. Понял, где я. Так, а далеко ли я? Подождите. Задание, аккумулятора, так.
Поймайте бегуна. А где бегуны у нас? Не вижу бегунов. А, вот они. Блин, так надо здесь ночью тогда обитать. Это куда мне? Туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подождите. Стоп. Так, полюс. Так, это убираем. Вот я. Вот так вот. Ночью не, ночью шуметь не надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вон он ходит он. Мне далеко идти-то? Ой, как мне далеко идти. Давай, хватайся. Так. Вроде пока нормально пробегаем. Да тихо вы. Надо убегать. Да, сейчас. Подождите. Да не спешите вы так. Я, блин, даже... Так, минутку. Куда? А что такое-то это? А я где? Это я? А это я. А это вот. Ой. Подождите-ка. Ни хрена себе, сказал я себе. Так. Так, ладушки. Пока вроде неплохо идем. Вон они, они. Вон еще двое. Блин, да куда меня чертит это что-то так? Еще отстреливаться. Какой-то флаг собрал. Ну-ка, вон туда иди-ка. Чё там? Чё-то 1500 очков получил. Тихо, тихо, тихо. Подожди ты. Тихо. Ну-ка, вон туда идите. Ты мне по мне еще стреляешь. Здорово вы тут устроились. Держи.
Блин. Где ты? Убежал, ага, как же. Это по мне он стреляет. Я, наверное, не успел, да? Вот здесь вот надо будет охотиться нам. Давайте пойдемте пока место подготовим. Хотя тут, подождите, а что за синяя точка? Где она? Так, семейный врач. Безопасная жена Джулиан, так. А, груз. Ну, давайте попробуем добраться до груза. Так, только нам надо как-то это обойти этого чудика. Обошли. Так, надо уходить. А хотя, ладно, сюда вот пойдем. Потому что нам в первую очередь надо поймать же. Давай. Ой, 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 какая резвость-то. Сейчас проверим, как вы плаваете. Ну-ка. Никак не плаваете. Давай. Ну, ловкость, да, ночью хорошо под... Если воевать можно и днем, то ловкость-то... Стоять. На. На. Ничего страшного. Отобрали груз. Зато я травку собираю спокойненько. Ну, пойдемте зачищать местность. Да. Хопа, хопа. Так. Тихо. Включаем. Еще разок. Оп. Оп. Давай. Все. Безопасная зона есть. Где ты? Оп. Так,
А куда, куда бы так? Безопасную зону сделали. Здесь это и охотиться на него надо будет потом. А сейчас это что у нас? Зачистите зону, чтобы она стала безопасной. Ну давайте, пока время есть. Зачистим. Далеко бежать? Ну, видимо. Да сейчас. Оп. Не. 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 Так, нормально. Так. Да все, живите и радуйтесь. Подождите. А починить я могу это, Люциус? Починить. Все. Так. Пока дубинкой будем пользоваться электрической. Кто там? На. Ой. У меня же это. Уровень же один прокачался. Это что такое? Станьте экспертом боя. Вы получаете еще больше выносливости и доступ к набору добиваний. А это что такое? Набирайте очки силы быстрее в течение 10 секунд после убийства врага. Чем больше убийств, тем больше усиления. Так. Так. Все. Ой, сейчас по щам получит кто-то. На! Да, на! Тихо! Блин, ни хрена себе, еще и загасили! Вы мертвые! 1200! Твари! Так хрен что на. Хрен что накупишь! Ну-ка, где? А, у меня поди только так, навыки. Блин, вот здесь вот снимают-то. Ну я так понимаю. Ой. Блин, блинский. Не все датско в датском королевстве. Ладно. Да размечтались. Ага, сейчас я остановился бы. Так. Констебль. А что у меня за палка-то была электрическая такая охренительная? Пойдем. Хоп. Размечтались. Ага, сейчас же. На. Так, куда бежать? Где запрыгивать? Тихо! Блин. Там кто-то, их много. И кто-то отстреливаться. Да тихо ты. Хоп. Вот так. Кто выжил, давайте догорать по-быстрому. Да уйди. Ой-ой-ой. Так, понял, как с вами бороться.
Так, еще разок. На. Так. Подождите. Раз вы так. То вот давай на пузырец. На. Так. Блин, ты где-то ходишь, где-то под землей, где-то наверху, где? Колено. Тихо, тихо, тихо. Так. Последний остался. Нет, не последний. Так. Кто тут есть? Что-то тут много всего. Берем. Все. Ищем. Давай сюда. А с другой стороны. Так. Молодец, что сам выбежал. Искать не пришлось. Опа, опа, инвентарь полный, я наконец-то набрал хоть. Так, а что у меня тут? Крюк, нож. Давай, вот это разберу. Так. Инвентарь заполнен. Фух. Так, и как мне обезопасить себя здесь сейчас? Так, можно это убрать, метку.
Где-то наверху показано безопасное место. Где-то что-то включить надо. Так, ладно, давайте подождите. Все возьмем. Да беги ты, блин, Калич. Блин, ты так дышишь, как будто ты за спиной у меня. Не, ну то есть ты за спиной, но я имею в виду, как будто бежишь, преследуешь. Давай еще разок. Не то. Блин. Где что надо сделать? Чтобы обезопасить зону. Тихо! Так. Лечимся. Что тут есть? Вот. Все. Место стало безопасным. Блин. Хрен бы додумался бы. Тайник игрока. Кстати, надо выложить. Выложить. Так, одну военную винтовку, я думаю, оставлю. Вот грубый клевец. Ну, вот так, наверное. Винтовку я хочу оставить, может... О, груз. Блин! Да ничего страшного. Так, а как мне отсюда выйти-то? Забираем. Открываем. Так. По времени что у нас? 9 часов. Блин, мне 9 часов надо. Проспать будет. Так. Что это такое? Люди Рейса заметили в туннеле рядом с озером. Чего? Ой. Через туннель. Через туннель я не хочу идти. Мне потому что здесь сейчас ловли придется ловить. Это что, подземная парковка и что? А, это... Вот зону давайте зачищу. Что, опять туда? Блин. Huh?
Хоп. Главное успеть пробежать. Что-то никого нету, странно что-то. А, ну вот. Все, теперь все нормально, все правильно. Как и должно быть. Подземная парковка. Чем мне подземная парковка? Нахрен она нужна? Так, это где-то наверху. Тихо. Хоп-хоп-хоп. На! Вот и все, обезопасили еще одно место. Будет хоть где прятаться. А тут дожили. Спасу нет. Так. Мне надо, блин, все равно куда-то. Где? Вот. Вот, а я телепортироваться не могу. Подожди. Телепорт масштаб. Ни хрена не могу телепортироваться. Ой. Так, а я сам-то где? Я вот. Идти надо. Туда. Ну, можно через туннель, можно не через туннель как-то. Как можно, так и пойдем. Найдите три... А, вот, кстати, давайте аккумуляторы, пока день. И я вроде недалеко. А то запарили меня эти аккумуляторы. По-быстрому. Ой. По какому поводу собрания, граждане? Что празднуем? День города? Не знаю, не знаю. Это вообще Бразилия. Какой здесь день города? Темный народец. Ай-яй-яй-яй. Ага, вот мне здесь и надо искать. Подождите, задание. Так, ты чё? Блин. И на. На. Ой. Подождите. Пиу. Пиу. Да блин. Я-то думал, я успею. На. Вот так. Так, аккумуляторы в автобусах, скорее всего, можно поискать. На. Блин. Надо в подземелье поделись опять.
чтобы мне. Давай. Тихо. Ну, я думаю, навряд ли он в сумках. Ой. Да тихо ты. Блин, блински. Где ты можешь быть? Да тихо ты! Не. Блин! А стоп, стоп! Сломалась! Давай почини. Давай. Тихо. На, на, на. Ой, кто-то плюется в меня. Тихо. Вот он, стой. Тихо, 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 тихо. Схренали. Плиз. С чего вообще заговорить решили? А у меня есть какая-нибудь подсказка, что мне там инвентарь, так, задание? Аккумуляторы на главной автобусной станции. Так. Блин. Давайте, горите побыстрее. Да откуда в вещах-то они будут? Подожди. Стой. Так. Блин, блинский.
пока. На. Блин. Хоп. Открыл. Поднят аккумулятор. Подождите. Задание. Так. Найдите три аккумулятора. Три. У меня пока только один, да? Два. Давай. Блин. Оп. Открыли. Блин. Вот так. Открыли. Все, аккумуляторы собраны. Что у нас по времени? Так, 9 часов, если мы проспим. Само то. Нам пора возвращаться вот сюда. Ой, блин, этот констебль вроде у меня другая палка была и помощнее. Может, прокачанная была? Просто. Да тихо вы! Да уйди! Блин, чуть не схарчили животную. Хоп. Ой-ой-ой, беда с вами. Ой, беда, беда, беда. Так, а как я могу посюда пройти-то? А, ну, мне, в принципе, как бы тут... Как бы туда и надо. Только тут какой-то, блин, обход непонятный. На! Я думал, ты меня хреначишь. Давай. Пойдем, больше тебя спасать не буду. Я вам мясо привез. Давайте, горяченькое подвезли. Так. Места, по крайней мере, я хоть безопасил, но, блин, вот этого зеленого мне поймать надо. Ой, как надо. Спать не могу, не поймав его. Давайте. Мост пересечь. Ну, я по низу пройду. Пойдем купаться. Хоть, блин, от этой
грязи до тухлой крови сполоснулся. Размечтался. Давай. Ой. 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 Так, я в безопасности. Надо поспать 9 часов. Так, ложимся спать. Девять часов вроде должны проспать. Про игре. Правильно? Нормально. Оп. Смотрим. Итак, прошу прощения, отвлекся. За пивасиком ходил. Будем под пивасик. Так, итак, мы здесь ищем зеленую нежить. Где-то тут что-то должно быть. Ладно. Ага, вон оно что, Михалыч. На. Так. Вот он. На. Есть. Да пошли вы. Все. Бери, бери, беги, беги. Опа. Вот так. Погоня отстала. Так, не будем рисковать, не будем. Мы ляжем поспать, все равно мы проснемся посреди ночи. Время. Ну, 7 утра уже. Все. Так, подождите, надо метку снять, а то она меня бесит. Ну вот, по дороге можем... Ага, по дороге. Это не по дороге мне. Или по дороге. Ладно, нет, давайте, вот, как защищать. Что защищать, не знаю. Так. Все, ладно. Понеслась душа в рай, подождите. Вот эта палка-аналка. Опа! Хоп, эй, хоп. Членом в лоб. Беги. Беги, я тебя прошу. Оп. Да стой! Блин, подожди! Я хоть через тоннель! А можно обойти? Уж очень неохота через туннель-то идти. Так. Давай, давай! О, бля, вот хотел сократить, и что-то не сокращается путь-то. Ладно, через тоннель нахрен. Одно разочарование. Так, вот сюда, подожди, подожди. Блин, сейчас еще из люка полезет. Ну куда ты побежал? Так. На. Вот так. Ой, он выжил. На. Падла. Блин, где у меня дубинка-то? Нет, дубинка. Хоп. Стрела еще одна где-то должна быть. Ну и хрен на тебя. Бежим.
Оп! Да тихо вы! Да! На! Вот так! Да тихо ты! На! Блин! Все равно придется с ней биться сейчас. На! Тварь такая! Оп! Давай, как эти мертвецы, попадай еще вот здесь вот. Да стойте вы! Блин! Как вы мне дороги! Да хватайся, петушара! На! Блин! Да иди ты! Блин! Вон туда идите! Куда я ломлюсь, вообще не знаю, куда глаза глядят. Какой кошмар, блин. Полечиться хоть. И опаньки. Да, потушеньки. Вперед. И на. Ой. Да стойте вы. Что я вам плохого сделал? Сразу драться. На. Да какой? Ты что, думаешь, у меня жалость есть? Ты сдурел, что ли? Какая жалость? Так, мне к башне надо. Нет, кто? Оп. Повышение. Так, навыков получено. Давайте навыки. Навыки, бег. Что у меня с бегом? Так, это что такое? Использование метательного оружия или у фонаря, когда оглядываетесь во время ускорения, это поможет остановить преследующих вас мутантов. Нажмите И во время бега, чтобы оглянуться. А затем нажмите среднюю, чтобы использовать снаряжение. Так. Подожди, вот здесь тоже что-то есть. Если кусака вас хватит, вам будет проще вырваться. Так, необходимо. Так, удар в прыжке наносит больше урон. Так. Нет, вот это. Будем их перепрыгивать, если что. Очень, знаете ли, полезная вещь. Так, а я где? А надо куда? Ой, надо-то недалеко. Давайте вот это место зачищу. Давайте. Чтоб... свободно было дышать хотя бы. Давай, 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 давай. Сейчас, ага, размечтался. Вот сюда зайдем. Так. Здесь какой? Какой-то второй этаж. Что здесь? Давай, поднимемся. Оп. Так, не понял. Кто-то прыгает, что ли? Давай еще немножечко. А как здесь? А здесь вот так, наверное, надо. А вон лестница. Не! На! Тихо! На! Скоро надо будет... Так, сейчас осталось только с вами разобраться. Ой, полетай! Иди сюда! Все.
На. Ну давай попробуем починить еще раз констебль, конечно. Хрень это полная. Из электрической трубы у меня какая-то хрень получалась интересная. Ну ладно, пока оружием я обеспечен. Отмахиваться можно. Кто-то еще где-то остался здесь. Вот он. На. На. Еще разок. Так. Все, место обезопасили. Так, что здесь? Из какой-то палки, я помню, что-то можно было сделать. Конечно. Ну все, спускаемся, вон туда идем. Спокойно сюда. Вау, подождите. На. Блин. Где? Где стрела-то? На. Алкоголь. Алкоголь. На. Ладно. Блин. Майонез. Майонез. Что же будем делать, блин? Ну давай, хватайся. Ну эту команду тебя надо обложить хорошенько. Оп. Оп. Куда, куда? А я что сейчас сделаю? Так. Аккумуляторы, брань. Так, а я должен... А, аккумуляторы эти, что ли? Блин, я уже забыл про них даже. Честное слово. Блин, нате. Ваши аккумуляторы. Проверь следов от зубов. Well done. No problems with the guy. Без проблем. Обдумал задание. Так. Мне еще нужно для вашего проекта. Не твое дело. До свидания. Да пошли вы нахрен. Так. Вот чего-чего, вот пошли вы нахрен. Так, у меня что, навыки есть? Нету. А, задание. Братья и сестры. Так, это-то что? Я хочу просто поговорить. Слушай сюда, первый выстрел над головой, второй прямо в голову. С козел мне угрожаешь, что ли? Не надо пугать человека, который, возможно, пришел нам помочь. Мы его впервые видим. Ну и хрен на тебя. Что ты хочешь со мной? Нет причин беспокоиться. Так. Ну он проницательный. Ну заходи. Вот я сейчас сам не хочу уже заходить. Хотя, да, ну давай возьмем, пусть она висит где-нибудь. Так, Салиха и ее сын Эрен, ты извини, Эдвард, а у него есть причины для беспокойства. Нас преследуют нехорошие люди. Ну а я тут при чем? Почему на меня-то срываться? Кажется, я вас где-то видел. Вполне мог видеть, в предвыборной кампании мое лицо развешивали по всему городу. А, губернатор провинции. Так, давайте вот эту болтовню можно как-то пропустить? Вот. И похоже, от меня не отстанут. Давай. Что вам тебе надо-то? То, что я предлагаю, когда-нибудь где-нибудь найдешь, ни за какую цену. Давай, я подумаю об этом. Собери на реквизиции. Да не надо мне твои, не надо. Мне надо задание. Вот, братья и сестры. Я даже украсть украденное не хочу. Так, смотрим, что у меня по заданию. Ой, по заданию. По месту нахождения моему. Это что? Груз. Ну, в принципе, недалеко.
Давайте до него добежать попробуем. Бля, это еще и там, где я. Так. Насколько далеко? На этом доме? Отойди. Давай. Нет, мне тебя. Сейчас. На. Да что это? Все, помог, чем мог. Беги. Блин. Где? Тихо. Опа. Так. Ну давай-ка вот так сделаем. О! Как-то, подождите, как-то. На. На. Сейчас. На. Спокойно. Чем я тебя еще могу? На. Так-то вы крепкие ребята, что сказать? Не. Как я тебе? Давай, взлом. Вот. Вот так. Надеюсь, это оно. Что за херня? Нет. Так, подождите. Задание. Так, отнести образец зыря. Ну, это надо, да. Карта. Так. Ладно, пойдемте. Пойдем сюда. Будем освобождать. Тихо. Тихо. Вот зачем мы это прокачивали. Давай, закрывай. Осталось только с ними разобраться. И на. Вау. Не понял. Ах.
Тихо! На! Смотрите-ка, они все еще... Так. Надо включить еще эту... Сейчас. Обезопасим. Вот теперь все. О, повышение уровня выживаемости. Так, навыки. А, блин, даже не знаю, тут вот это что такое. Научить использовать трупы, чтобы скрывать свое присутствие от мутантов. Так. Что-то не понимаю, конечно. Ну ладно. Чувствую, что это прям что-то хорошее. Груз отобрали, ну и хрен с ним. Ага, это не открывается. Покуда вылазить? И оп! Эй, оп! Несем образцы! Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но с другой стороны, смотрите, никто ко мне не лезет и не преследует. Ну и я, естественно, не знаю, как с очками навыков там. Чё, тебя опять жрут? Ой. Так. Ни хрена себе! Где ты? Ты чё, как ниндзя, что ли? На! Так, инвентарь заполнен. Так, подождите. Ни хрена он не так. У меня где-то тут газовая труба. Так, это что? Вот этот разберем. Так. Инвентарь заполнен. Ну давай. Так. Кстати, горючую смесь надо использовать, да, чтобы это немножко разделать там ячейки. Так. Чё, пиво приклёбываю, чё? Сюда-сюда, потом сюда. Оп, оп. Блин. Это чё такое было? Ну ни хрена себе, сказал я себе. Так. На. Блин. Какие-то сюрюкены. Хрень полная. Ну-ка, давайте вот. Во. Ага, горючую смесь, но только не сейчас. Так. На. Да уйди. Вот так. Стоп. Так, это где? Констебль можно починить?
Давай. Еще раз чиним. Да уйди ты. Как вы меня живете-то? На. 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 Ладно, пойдем отсюда. Вот здесь вот. У меня, кстати, что с аптечками? Бежим. Быстрее принесем, быстрее от нас отвяжутся. Блин, так-то долгая, да, игра. Это вот, как сказать, время убивает. Эта игра. Ходят они. Если ее грамотно проходить со всеми миссиями, миссии, как я понимаю, некоторые повторные, некоторые даже и не кончаются, ой, то на это уйдет очень много времени. Так, я хоть правильно, куда бегу-то? По железным путям, потом правильно вот так. Нам уйдет очень много времени на это все. Так, вы меня провожаете, что ли? Ту-ту! Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ну, смотрите, как их много тут. Так. На! Подожди. На. Готовимся. На. Да тихо ты. Тихо. Блин. Не допрыгнул. Ну а этому-то трупаку какая хрен разница, у него-то урона нету. От того, что не допрыгнул. Нет, я туда не пойду. Не надо мне туда идти. Все эти доп-миссии, это, как сказать, для любителей. Вот эти вот. По крайней мере, вот здесь вот я точно могу сказать. Если хотите дополнительные миссии, ну это уж без меня, будьте так добры. Потому что некоторые даже не кончаются. Опа. Да опа. Да потушеньки. Ну ни хрена себе. Вы чего? Оп. Ага, дар два раза. А где ты? На! На! А, удерживаю тем, чтобы использовать маскировку. Вот что я прокачал. Тихо. Я знаю, как к вам попасть. Опаньки, да потушеньки, вот я. Где ты? Давай. Крейн,
А, Крейн, прошу, входи. Вы добыли образцы, что я просил? Прекрасно, прекрасно. Я как раз говорил о вас с доктором Камио, Камдемом. Привет, мистер Крейн, рад, что вы нам помогаете. Судя по голосу, вы интересная личность. Конечно. Боюсь об заклад, это можно сделать оружием, но я отвлекся. Так, последняя доза реагента и запасная капсула. И чё? Пробы на рекомендантный вирус положительный. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, сработало. Когда я ввел в внутреннюю приманку видеоизмененный штамп, это сработало, это может объяснить все. Но я не могу. Камин бы мог, у него оборудование, но ему невозможно передать исследование. Давай я отвечу. Так, как нельзя поделиться информацией? Это займет годы. Мы умрем раньше, чем закончим. Вода, вода, кругом вода, ни капли. Короче, надо как-то это доставить. Так, путь оттуда сюда просто невероятно опасен. На кону вакцина, правильно? Юноша, вы даже не представляете, что это значит для меня, для всех. Да я знаю. Куча работы. А сейчас идите. Я вам сообщу. Что сообщишь-то мне? Так. Подождите. Задание. Братья и сестры. Так. Ждем. Крейн, ты где? Мы с Омаром. Пошли так. Рахим, это было мое дело. Так, ну да, конечно, ты же знаешь, а взрывчатки побольше у меня. Ты турист, забыл? Ладно, послушай, у нас проблемы. Давай. Какие проблемы-то? Мы влипли. Давай, я сейчас спасу вас. Так, я на эстакаде, и все идет к черту. Спрячься там, я иду. Омар, сзади. Рахим! Так, давайте. Если не пистолет, я попробую ему дать ружье. Человеку, который у меня тут эта миссия какая-то есть, это пистолет, ружье ему надо дать. Ну, я думаю, вот переносил пистолет, то у меня винтовка есть для него. Посмотрим, прокатит, нет. Да нет, не ты. Так, резной молот тяжелый, так, тактически, ну, отличная. Это всякая хрень тут. Так, ладно. Вниз не можем, наверх. Давай. Где ты? Вот ты. Чё тебе? Опять? Иди ты нахрен. Пойду тогда спасать. У меня люди гибнут, а ты еще... Морду воротишь, тварь вонючая. Давай. Пожелай мне удачи. Да, кажется, они поселились на базаре. Так, всего лишь одно бетонное, так что... Ты сможешь найти себе убежище. Ведьма, говоришь? Это она так говорит. Уверяет, что мутанты ее пальцем не трогают из-за фокуса в Свуду. Народ говорит, она и впрямь бродила по городу и хоть бы хны. Ночью. И вдруг она кое-что знает. Да, может быть. А может она просто старая корга. Вот, ну, по крайней мере, ладно, посмотрим. Спасибо, что информацию мне выпустил. Я попробую найти, поговорить с ней. Может, она как-то отреагирует и поможет мне ночью бродить среди всех. Так. Маскироваться, кстати, трупом. Я не знаю, кишками мазаться, что ли, вонять. Так, в чем дело? Я иду за Рахимом. Рахим, он же здесь, в башне. Нет, не долго липли так, неприятности. Давай. Итак. Look, I stole them from Rise.
I'm close. I'll get him to safety, Brecken. Беги, беги, беги. Так, да уж, пожалуйста, спаси его, слышишь? Вытащи его, я не так задницу надеру. Да не сомневаюсь, только в очередь сначала ему сестренка надерет. Так. Ай-яй-яй-яй. Так. Сейчас нам... На! На! Вот так, сам пришел на свою смесь. Кстати, надо продать, у меня уже дохрена всяких батареек, этих сигарет и кофе. Я думал, они мне, может, самому нужны, и оказывается, нет, это продажа. А, на эстакаду. Блин, ну ладно, давай попробуем. Открываем. Выходим. Тихо, тихо. Развоняли здесь. Тихо, тихо. Не. Ну, тихо. Оп. Так. Что бы вы без меня делали тут? На. Пойдем. Oh, this is not good. Так, черт, дело плохо. Че плохо-то? Не. Да тихо ты. Что-то есть. Вы где? Здесь где-то? Нет, наверху. Обыщите тела. Понятно. Подожди. Да тихо ты. Тихо. Да, бля, вот как вот так-то может быть? Только по сусалам надавал. Так. Ни хрена ты мне влепил. Так, а я ищу его. Рахим, где же ты есть? Я нашел тело Амара на эстакаде, никаких следов Рахима. Ты думаешь, куда он пошел? Я сказал ему спрятаться в депо.
Так, он должен выжить. А вот сейчас вот... Ну, пойдем смотреть. Непослушный малыш. Бля. Ты чё, не понял? Так. Вот так. Давай. Где вы тут? Ой-ой-ой. Хоп. Хоп. Давайте сначала наверху проверим. Да стойте. Отсюда можно как-то пройти, продвинуться и тому подобное. По крыше. Нет. По крыше нельзя. Окей. Ну как окей? Хорошо. Идем вот сюда. Блин. Стоп, у меня вот это починить могу. Ну еще чиним, что. Давайте. Нажали, а зашли внутрь. Вытаскивать этого балбеса надо. Балбесина. Так. Не. Нормально. Опять он. Блевотина, блин. На. Открываем. Рахим. Я думал, что умру. Я запустил бомбу, они взорвутся меньше, чем через 5 минут. Черт, у тебя кровь. Ради бога, возьми бомбу и беги, да? Ну вот это ты здорово придумал. Так, а как отсюда выйти-то? Подожди, а как отсюда выйти? Посюда? Плывем, плывем, блин. Ой, сейчас у меня что-то чувствую так на время так. Ай-яй-яй. Блин. Okay, I'm back on the surface. Так. See that big ass culvert over to your right? Head through it. Once you get into the building, head up the ramp and get up to the floor above. You need to put the bomb on one of the big support columns.
Куда надо-то бежать? Блин. Ладно. Да тихо ты. Чё ты встал-то? Не. Не. Блин. На. Мне сейчас, ей-богу, не до вас. Подождите, лестница. Куда? Так, сюда куда-то, да? А, вниз надо. Подождите. Да тихо вы. Не. Задание провалено. Бежим. Так, установите бомбы в гнезде прыгунов. Подожди, это там, где трупы, наверное, много трупов. Туда, наверное, надо устанавливать-то. Ой. Вообще, по идее, бомбу внизу просто устанавливаешь, и все, само здание там рухнет. Так. На. Блин. Да отойди. Вот здесь вот. Так, одна бомба установлена. Блин. Тихо. На. Давай. All right, got it. Что надо? Давай, покиньте гнездо, да с удовольствием. Так. Блин, блински.
Да тихо вы! Блин, вот тут такая вонь, я представляю просто. Это же пипец. Отойди. Здание рушится. Ты меня слышишь? Давай. Слышит он или нет, какая разница? Плыви быстрее. Куда? Куда плыву-то? А, тут затопило все. Все, понял. Оп. Где-то. Это я. Получилось. Там кровь. Так. Да тихо ты. Так, это я, дружище Крейн, господи, Рахим, стой. Не молчал же. Все. Рахима больше не стало. Ну тебе, мы же говорили, не лезь. Это гребаный укус. Кусок идиота, ты малолетний кусок идиота. Да ладно, не сердись. Выбираемся. Боже, Джейд. Ну что там у тебя? Брэкен. Рахим погиб. Рахим. Рахим is dead. Нет. Не говори, Джейн, пока не надо. Давайте. Блин. Открыл. Чё там? Давай. Как выбираться-то отсюда? О, второй этаж. И для чего нужен-то второй этаж? Не допрыгнуть. Так, ну и все, я так понимаю, обратно тем же ходом вот. Плыви. Потому что больше вариантов я не вижу, как тут. Давай быстрее. Получилось. Так, Рахима больше нет. А как отсюда свалить-то? Ага, через структуру, да? Что-то, а где это я? Не понял. Нифига себе. Как-то забросило через структуры обратно. Ну что ж, ладушки, сказали бабушки.
Давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Поговорите с Брекингом так о смерти. Хорошо. Идем говорить. Спокойно, спокойно, граждане. Идем. Пока не знаю, далеко ли она будет или нет. Мой конечный пункт, точка вот эта вот. Далека дорога твоя. Ай-яй-яй. Нет, это вообще такая-то заунывная и загробная, конечно. Не к месту. Мы еще жить будем. Мы вас всех переживем. Выживем только я до таракана. Хоп. Хоп. Куда? Да тихо ты. А, вот дом-то. Вот эта улица, вот этот дом. Там, где влюбленные или кто там живет. Опаньки. Да, опаньки. Да, потушеньки. Заходим. Все, я здесь. Ну что ж, на этом, я думаю, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы увидимся в следующем видео. Пока.